Привет и добро пожаловать обратно в ГТНХ, пятый эпизод. Смотрите, какую я автоматизацию придумал. Но на самом деле не автоматизацию, точнее не я придумал, а мне не подсказали. А тут написано, что нужна Large Bronze Pipe, но прекрасно работает обычная Small Pipe. И Clear Glass делается, и это довольно-таки приятно, да? Так, ладно, окей. Я серию записываю сразу же после четвертой, так что на канале все еще на момент записи этой серии находится только вторая серия, если что. Так что я не знаю, что было по третьей и четвертой в комментариях, но я уже благодарен вам за эти комментарии, и я абсолютно уверен, что они были абсолютно полезны, интересные и нужные. Поэтому нам здесь говорят, надо сделать сталь. Сталь делается с помощью многоблока, мультиблок голос. Может быть, здесь обязательно нужно вот это вот сделать. А, так, Retrieval Task, Large Bronze Pipe. Ну, там, кстати, где-то была Large Bronze Pipe, так что... Надо, кстати, зарядить, делать этот самый, как его, бронзу в Alloy Smelter. Интересно, он за раз сможет прям выплавить все эти слитки или нет? Скорее всего, нет. Блин, мне надо с этим реально что-то делать, наверное, потому что это не совсем то, что хотелось бы здесь видеть. Скажем так, ну, типа, это я это место планировал под огород, вот, а огородом тут, как бы, так, мягче сказать, не пахнет, если здесь есть такое вот производство, да? Ну, я здесь ничего не делал пока что, я не знаю, типа, тут надо сделать ту линзу, которая, так, farming cooking, да, вот эта вот линза, plant lens, многие растения выглядят одинаково, не в какой-нибудь день, там когда-нибудь придет такой момент, да, когда ты сможешь сделать машину, которая позволит тебе это, ну, типа, видеть больше. Но сейчас есть Simple Plant Lens такой вот. Тут нужна алмазная, точнее, уже стеклянная, на самом деле, стеклянная линза, да. Но, типа, здесь нужен алмаз, и этот алмаз, скорее всего, потратится, так что... И, кстати, здесь обычное стекло нужно, поэтому... А как обычное стекло делать, извините меня, пожалуйста? Скорее всего, не очень сейчас я его смогу сделать, так что... Временно пока что об этом придется забыть. Так, ты смог все переплавить? Да, он смог все переплавить. Фармон сейчас будет копиться. Надо сделать больше этого всего, больше бойлеров. Иначе, если не сделать больше бойлеров, то... Блин, нифига не будет работать ни одна машина паровая, которая в любом случае потребуется в будущем. Так, ладно, значит, давайте сделаем эту хреновину под названием «Большая бронзовая пайпа». Вот, кстати, здесь мастератор. А, мастератор, чтобы сделать мастератор, нужен обязательно поршень. Как делается поршень, извините меня? Где он там? Red Alloy Plate. Ой, Iron Gear, Small Fence, Red Alloy Plate. Ну окей, хрен с вами, давайте сделаем. Там один нужен, у меня поршень на самом деле есть. Приватизировал себе, присвоил. И они им все равно не нужны, так что зачем им поршни? Так, значит, здесь Small Gear как делается? Так же, как раньше, или все-таки по-другому? Так, значит, ну ни хрена себе, Iron Rod еще нужен здесь. Iron Plate, Wire Cutter и даже Hammer. Сколько их там надо? 2, значит, 4 рода. Как вы там, извините меня, пожалуйста, сделаете? Есть катеры и хаммер. Средняя пластина сверху, снизу это роды. Так, Small Iron Gear. На самом деле, я помню, где-то были. Я их делал тогда, точнее, не делал, а я их нашел где-то тоже в этом. Так, ладно, окей. Carpenter's Block, аж целых 3 нужны. Сколько их там надо? 6, как минимум. Так, Iron Screw мне, по-моему, давали когда-то в награду за что-то. Вот здесь Iron Gear были. Это обычный Iron Gear. И что там еще нужно будет? Точнее, что там посередине Screwdriver? Так вот, 8 Carpenter's блоков. Из Carpenter's блоков, кстати, можно делать всяческие там двери и все остальное. Только сейчас у них почему-то рецепт, как всегда, поменялся, да? А, фрейм и драйвер теперь даже делаются из этого. Ну, ни хрена себе. Раньше их гораздо легче можно было делать. В тысячный раз. Так, значит, пистон, значит, сверху Carpenter's блоки. Зачем здесь именно Carpenter's блоки нужны? Вот просто вот смысл какой в Carpenter's блоках здесь. И забор посередине, получается поршень. Охренеть, как долго этот поршень получается. Еще здесь дают тоже 6 Carpenter's блоков. 2 пистона или стики пистона. Ну, стики пистонов у меня нет, кстати. А обычные пистоны есть. Так что стики пистона, по-моему, заменяет обычный. Но стики пистон, по-моему, там делается.
Так, из чего его можно делать? Слаймбол, глу, а этот самый можно использовать? Нет, по всей видимости, эту хреновину использовать нельзя, которая называется этой стики резин, поэтому я возьму стики пистоны, потому что вдруг понадобится когда-нибудь. Так, значит, что дальше открывается? Кварцент, Clear Glass, так, это Retrieval Task. Glass Dust тоже Retrieval Task, это тоже Retrieval Task, но мне все это надо будет... А, кстати, стекло можно делать из чизела, серьезно? Ни хрена себе, какие здесь читерные чизелы. Так, ладно, окей, давайте попробуем. Так, значит, где там этот самый мой был? Мне нужно 6 этого самого, да, из песка. 6, я сказал, 6 флинтов, которых у меня нет, как всегда, ни хрена. Мортаров у меня какое-то количество есть. Так, Glass Dust, вот. Ты засчитал это все, надеюсь? А, ни хрена, конечно же, он не засчитал кварц. Естественно, само собой, потому что надо было вылезти из крафтовой ячейки, потому что это тупица, которая не умеет определять, что у тебя есть предметы, если они у тебя находятся в инвентаре. Так, кварцевая хрень смешиваем с этой пылью. Я оцелотов так и не нашел, кстати. Так, вот, песок весь слился, точнее, стекло, да? Стекло, на самом деле, у меня есть уже, но это тоже можно поставить расплавиться, где она там находится. Глаз. Так, чизел у меня тоже где-то был. К счастью, это Retrieval Task, поэтому можно взять его из сундука, а не крафтить. Так, и... Чего можно делать? Это самое чистое стекло. Ну, ты гляди-ка, можно делать чистое стекло. Так, значит, что здесь дают в подарок? А, стекло или лутбак Simage? Ну, давайте лутбак возьмем, чё. Если стекло так легко делается, то почему бы не взять лутбак из паровой эры? Кстати, тут заметил, снизу какой-то есть этот самый ревард Арея. И что тут такое есть? Тут, короче, можно обменять разные лутбаги. Вот здесь, например, типа Basic Stone Age на один лутбак из Steam Age. То есть это, ну, типа, прикольно. То есть это позволит улучшить лутбаги, так сказать. Хотя лут в них такой же, таким же дном останется, кем и был. Я хотел сделать большую трубу, да? Мне как раз хватает бронзы на нее. И вроде как всего тоже инструменты все должны быть. Да, вот Large Bronze Pipe должно выполнить сразу несколько квестов, если я не ошибаюсь. Может быть и нет. Так, значит, это Steam Macerator. Где-то здесь была Bronze Pipe. Или это было в Multiblock Goals. Или оно опять не зачиталось, мне придется сделать еще. Multiblock Goals, что-то не зачитался. А, Large Bronze Pipe есть, надо еще Iron Plate сделать и Iron Gear. Вот Iron Gear. Их всего две нужно, да? 10 пластин еще надо скрафтить железных. Нет, сколько ресурсов пустую расходуется просто. Так, Retrieval Task на две воронки. На самом деле эти воронки можно взять сверху вот, пока что. Воронки временно берем здесь, типа мы их скрафтили. Потому что еще раз скрафтить мне их не хочется. Так, дают Clear Glass и лутбаг из правой эры. Так, значит, time to get some steel. Что тут нужно? Компрессор став. А, надо компрессор сделать обязательно, да? Без компрессора хрен ты что сделаешь. Ну, окей. Я компрессор. И на самом деле хоть немножечко расчистить все инвентарь. И инструменты всегда возвращаем на место. Потому что надо быть организованнее немножечко. Так, ладно, компрессор. Там доделалось, надеюсь, бронза моя. Доделалось. И пара уже копится, так что надо не забывать сюда подкладывать еще бронзы. Когда пар накапливается хотя бы до 10-11 тысяч, ну так, больше, то это значит, что он сможет еще раз сделать полностью, по крайней мере, 12 бронзы. Еще две пластины готовы, делаем хул. Не делаем хул, что там делается хул. Если я не таскал этих пистонов из этого, мне сейчас еще пистоны пришлось бы делать. Компрессор есть, классно, дают монетки бесполезные. Но они не бесполезные, да, мне писали, что они не бесполезны. Я увидел, что они не бесполезны, но такую херню там продают, что просто не хочется тратить деньги на это. Лучше бы переплавил их в золото или еще во что-нибудь. Так, ладно, окей, там должен был открыться доменная печка. 1008 глины, 24 каблы и 12 флинтов. 28 железных пластин и 4 печки. 4 железные печки. 72 кальцита. 144 клейдаста. Стоундаст 36 штук, кстати, которые выпадают исключительно из Small Root, и надо их промывать. Но у меня есть, кстати. Кварцандаст, Unfired Clay Brick, Brick. Один зачем-то Брикдаст и Клейдаст. Компресс Fire Clay, Fire Brick, чё, гипс и Fire Brick. Охренеть, здесь всего сколько нужно.
А, ты чё? Нет, подожди, кальций, гипс. Гипс у меня есть, если что. Ведро конкрета, фаербрик ещё делается. А почему там по одному там было написано? Так бы должно быть больше гораздо. Так, фаерклей, это клей даст плюс брик даст. Да, ну окей, понятно, это будет долго и безрадостно абсолютно. Мне нужно будет сделать, наверное, еще один полбойлер. Вообще бы на самом деле, знаете что? А, так, значит, там не было этого самого форшхаммера еще или нет? Форшхаммер, по идее, должен был открыться уже, нет, где-нибудь? На горизонте, по крайней мере, замаячить. После наковальни. Вот, скорее всего, это форшхаммер, да, хаммер тайм. Мне надо сделать наковальню. 10 блоков железа. Я надеюсь, ему хватит пар для того, чтобы это сжечь. А, так, значит, сколько у меня глины, интересно? У меня здесь есть 45 стаков глины. О, есть 1000 глины, отлично. Значит, что мне надо сделать теперь будет? Подсказка. Brigand Blast Furnace сможет шарить стены. Ну да, это понятно. Наверное, эта серия вся будет посвящена тому, что я делаю просто тупо одну доменную печку. Давай накопи пары еще, если некоторое количество. Я вообще хотел форшхаммер сделать, потому что в идеале надо сделать вот этот мультиблочный танк. Мультиблочный танк — это, конечно, такая штука, которая, ну, расходует какое-то колоссальное количество пластин. И здесь нужно как минимум 30 танк волов, 2 танк волва. Еще делаются, кстати, волвы. Large Bronze Pipe, Iron Gear, точнее Bars, которые можно украсть в деревне или в данжене. Скру и скрудрайвер. Вот этот танк надо сделать и сделать в качестве буфера, этот самый. И, может быть, кстати, я подумал, тут же у нас были бесплатные бойлеры. Там единственное, что очень много сильвера нужно было бы. Но сильвера я некоторое количество накопал, так что у меня есть. Так, значит, 4 на одну сдвоенную пластину, значит, 12 на один solar boiler, да? Значит, 24. Кстати, вот посмотрел, у меня что-то эти самые... Написано, что у меня день 17-й, хотя у меня был день 200-й и даже 300-й. Вот интересно, это типа у меня сбросилось просто время или здесь год переключился? Я вот что-то не помню. Здесь, по-моему, год первый изначально идет как бы. Так, значит, окей, классно, здорово. Доменная печка — это здорово, да? Надо вынести куда-нибудь этот квест. Здесь нельзя квест отслеживать, так что... Но все равно, так, значит, 10 железных блоков. Зачем 10 железных блоков? 2 наковальни? А, типа здесь блоки железа вот так вот делаются. Iron plate, iron plate. Так, подожди, это... Не хватит переключаться. Блок железа, блок тоже железа, блок железа, блок железа. А зачем мне нужно 10 блоков железа, если здесь всего лишь навсего 8 блоков железа? Кто мне скажет, кто мне объяснит. Мне вот просто очень интересно, очень любопытно. Iron plate, iron screw. А скру зачем? Тут еще скру нужны? Да ты издеваешься. А зачем тебе скру на ковальне? На ковальне это литой цельный блок. Ладно, оставим на совесть разработчиков. Так, окей, что тут надо еще? 4 пластины. 3 пластины, конечно, здорово, замечательно. У меня, по-моему, где-то были пластины, так что... Так, давай все сразу же не буду сжимать, а все-таки, ну, хотя бы там, я не знаю, 2. Так, значит, окей, пока это делается, что мы можем сделать? Мы можем приступить, на самом деле, начать подготавливаться к вот этому, да? 28 пластин железа, это, конечно, классно. Мне надо сначала бы молот сделать, потому что мне не из чего пластины будет делать. Точнее, у меня есть еще, но... Так, 28 это сколько? На 2, если умножить, 56. Мне еще нужно будет тогда слитки сделать. Взять. Надо бы железо еще сходить накопать. Блин, я хочу хаммер и экскаватор. Хотя бы хаммер, чтобы руду копать получше. 28 пластин есть. 4 печки. Печки, они нужны для этого. Для контроллера. И 4 железные печки теперь. А, именно для этого нужны были пластины железные, да? Так, где гаечный ключ? Я, блин, железные инструменты не вижу. Вот вы их видите, я их не вижу. Они такие неконтрастные абсолютно. Так, значит, кальцит. Кальцит, он делается, точнее, он в лазурите находится, если я не ошибаюсь. Надо сходить в жилу лазурита. У меня разведанная, на самом деле, так что... Кальцит я уж точно за кадром добуду. А что там еще можно сделать пока что? Stone Dust у меня есть. Clay Dust. Clay Dust, конечно, будет жестко. Вот Clay Dust, блин, на самом деле Clay Dust, он массерируется из Harder Clay, который у меня есть, между прочим. Я его нашел в Мезу. Можно было бы сделать массератор. Вот здесь вот. Массератор. Из чего он там делается? 2 алмаза нужно. Но алмазы у меня есть, как бы разведанные, так что надо сделать массератор, попробовать. Silver Nugget. Его, наверное, вот прям вот обязательно вот здесь и никак иначе. Вот прям вот если в другое место поставишь, он не сделает.
Давайте это серебро мне пока что не к спеху на самом деле, так что давайте я его поставлю где-нибудь вот здесь, на переплавку, и пусть плавится. На ведре с криозотом на целом. Так, значит, алмазы, по-моему, просто переплавить можно, если я не ошибаюсь, да? Так, ладно, окей, мастератор. Почему я хочу делать мастератор? Потому что я хочу попробовать, можно ли им дробить клей, hardened clay в, ну, в нем как бы. Так, пистоны, small bronze, эти самые, и хулы. Там, кстати, должен был накопиться немножечко того самого пара. Кстати, я не помню, спрашивал или нет в прошлой серии, как вообще ландшафт моей базы. Нормально или сосет? Я вот ту гору скопаю в будущем, когда у меня фейлер будет. Я не знаю, на самом деле, нужно ли мне столько места. Наверное, нет, но все же, почему бы и нет. Кстати, вот это вот место с химией 90, я мог бы здесь, в принципе, водонапорную башню поставить. У меня, кстати, скоро нормальная еда закончится в ланчбоксе. Мне бы начать уже делать нормальную еду другую, как бы, ну, настоящую нормальную еду, как бы. Но для настоящей нормальной еды там нужно некоторое количество этих самых, как там зовут хоть, посудин, так сказать, машинок и других вещей. Кстати, у меня small bronze pipe есть, так-то по большому счету, так что мне нужно всего лишь навсего некоторое количество бронзы, и я смогу сделать мастератор. И я, кстати, по-моему, я не метил территорию с hardened clay, мезу, поэтому мне придется туда топать пешком, скорее всего. Вот здесь вот Harder Clay где-то находится, то есть или где-то здесь, или где-то вот, ну, вот в районе этого места. Не знаю, если у меня там где-нибудь какие-нибудь... вот здесь вот находится место с голодной нодой, в которое я первый раз попал, и вы это во второй серии видели. Так, ладно, хул. Так, серратор есть. Что дают? Какие-то там желейные бобы. Мне бы на самом деле взять трубу. А то у меня уже там место скоро рядом с моим бойлером не хватит. Трубы я все потратил, да? У меня здесь есть ларж. Давай ларж возьмем. Вот эти вот ларж трубы, они... У них capacity вот это вот. Это как бы внутренний объем. То есть это дополнительное место как бы под пар, скажем так. Кстати, здесь можно вот так вот, да? Можно поворачивать, кстати, эти самые, чтобы они просто лицами сюда стояли. Так, значит, мастератор, куда я его поставлю? Давай пусть здесь стоит. И пойти за hardened clay. Немножечко hardened clay нашел вот здесь, вот в пустыне. Раз уж там люди не против того, чтобы я телепортировался, давайте буду телепортироваться. Просто время реально экономит. А то за 5000 блоков до дома идти, это охренеть можно просто. Так, ладно, момент гребаной истины. Надо взять за привычку носить гаечный ключ с собой, потому что это основной инструмент, которым ты вообще здесь почти что все делаешь. Ну, по крайней мере, правой Эри. Может быть, он не отдает через свой этот самый, через морду. И ему нужно обязательно через какой-нибудь там Steam, точнее, Large Bronze Pipe сюда поставить. Дроби. Да, он дробит. И что он получит на выходе? Ничего. Clay Dust. И сколько мне там надо было? Простите меня за тупой вопрос. Так, значит, здесь не написано нифига, Clay Dust 144, вообще 144, здесь вроде это вот было написано, вот, 108 Clay and Brick Dust, 108 это сколько получается? Кстати, он довольно-таки быстро это делает, ну, значит, все-таки просто бойлер через морду не отдает, да, но это довольно-таки хорошо, что она это делает. Ощущение, что он просто наслаивает звук дробления один на другой, поэтому он получает все громче и громче. Ну ладно. Так, значит, что нам еще нужно? Brick Dust, да? Brick Dust, кстати, тот же самый Brick Dust, можно же его просто так вот делать, да? Его не обязательно же в этом. В ступке его молоть придется вот таким вот образом, а если его дробить в пульверизаторе тоже таким вот, тоже получается Small Pile of Brick Dust, да? Хреново, конечно. 20 секунд дробится, что так долго? Может быть, это, конечно, было бы и гораздо быстрее дробить в этом самом, как его, вручную. Но то, что можно получить Clay Dust из Hardened Clay, это меня очень сильно порадовало. Ладно, покопал некоторое количество еще этого Hardened Clay. Clay Dust дробится из всех цветов, так что это хорошо. Так что еще надо, кстати, мастератор засунуть гипс. Я его где-то взял уже с собой. Почему мастератор? Потому что он по-другому никак абсолютно. Его или, ну, то есть его или молотом дробить. Ну, то есть рушить просто, это слишком много гипса потратить, или еще как-нибудь. Так что хорошо, что мастератор сделал, в любом случае пригодился. Так, значит, и еще надо сходить, конечно же, за лаписом. Единственное, что найти бы мне
где я ставил свой workstation, toolstation точнее. Внезапно какой-то под этим самым лазуритом находится данж, судя по этим самым по блокам. Если честно, это не очень хорошо, когда жилы спаунятся рядом с данжами. Так, ну ладно, вроде кальцита накопал. Такое ощущение, что я вместе с этим накопал еще миллиард блоков лазурита и всякой остальной херни. А, так, значит, я тут поставил на дробление. А, мне бы это все сложить, ну ладно, хрен с ним, давайте кальцит. Кальцит же он дробится тоже, да, в этом. Сколько его получается? А, типа по 4. То есть мне его надо было не 36, а 18 всего. Ну, может из-за этого он такой и, так сказать, редкий. Так, ладно, гипс дробится тоже. Скорее всего, это будет, это займет целую вечность. А, кстати, раз у меня тут такое дело, надо повернуть все машины лицом к себе, чтобы они просто красивыми были. Как ни странно, у меня уже был гаечный ключ, и я решил взять второй. Ну ладно. Так, значит, давайте вот так поворачивайте все. Кстати, что там по Форшхаймеру? Форшхаймер. У меня, в принципе, наковальня уже есть, экипистон есть. Надо бы... Что тут, кстати, по пару-то? Вроде не сильно много расходует, да, мастератор от попара, так что мастераторы вообще могут хоть круглосуточно работать, даже на такого вот дохленького бойлера. Я, кстати, делал эти самые, они переплавились, нет, серебро. Ну ладно, в этой серии, наверное, бойлерами и многоблочным этим самым заниматься не сильно будем. Нам хватит пока и простого базового бойлера. Надо бы на самом деле Alloy Smelter тоже подключить через этот самый, через трубу, чтобы там просто копилось. Копился пар, потому что Alloy Smelter жрет пар просто как не в себе. Так, здесь нужно будет Small Bronze Fluid Pipe, это 6 этих самых, да, еще 8, 14 или 26, ой, 20, нет, подождите, 28 слитков бронзы. Что тут еще надо сделать? Кальцит даст, клей даст. Клей даст, кстати, у меня где-то должен был быть, нафармиться-то нет. Вот столько вот лазурита у меня было, из них кальцит 36 всего лишь навсего. Ну, походу, плакал здесь мой огород, да? Место занимает производство пара и всего остального. Так, ладно, эта штука, наверное, будет 1000 лет, как минимум, плавиться, дробиться и все остальное. Надо сделать больше выработку пара. Но это будет уже в следующей серии точно. Эта серия, наверное, будет большая, безрадостная и нацелена исключительно на то, чтобы я сделал доменную печку. Потому что доменная печка — это очень полезный блок. Стало время дробиться кальциту. Так, да, бронза, кстати, есть, так что мне паровой молот сейчас хватит сделать. Блин, 1.22 гораздо лучше, чем вот эта вот версия, честно. Так, значит, там нужны были маленькие трубы, если я не ошибаюсь, вот такие вот, да. Я надеюсь, я сейчас не сильно очень тихо стал говорить, потому что у меня уже на часах почти 10 часов вечера, я немножечко подустал, скажем так, сидеть. Я сегодня вторую серию записываю. Меня об этом, конечно, никто не просил, но у меня просто иногда не бывает времени записать, нет возможности, так сказать. То есть записать сам процесс геймплея-то я могу, а вот голос записывать поверх, скажем так, не всегда получается. Я мог бы, конечно, но там могут возникнуть всяческие форс-мажоры, так что я лучше этого не буду делать. И поэтому раз в 3 дня только получается. Вот, а тут еще, знаете, 1 сентября, не за горизонтом уже, скажем так, не за горами. Времени может стать еще меньше, потому что у меня там еще больше всяких этих учеба еще раз начнется и все остальное. Так, что здесь есть? Что здесь открылось? Это не откроется, пока я не сделаю эту хреновину, да? Это что такое? Трэшкен. Мусорка. Эндер Перл обязательно нужен и Iron Plate. Зачем там Эндер Перл, скажите мне, пожалуйста. High Pressure Forge Hammer. До этого нам как до Китая. Так, значит, это Battery Iron, это в рот Iron. Не будем говорить, что в рот. Кстати, надо с появлением мастератора делать уже какие-нибудь процессинговые линии, сделать несколько мастераторов, скажем так, и реально, то есть, делать как-нибудь эти, чтобы там все перерабатывалось, потому что руды, ну они как бы все-таки, ну по крайней мере хотя бы вот я не знаю, железо просто так плавить, конечно, можно, но все-таки его лучше было бы перерабатывать немножечко, да? Да все нужно перерабатывать по факту. Ай, так ладно, эта хрень, наверное, никогда не подробится вообще. Ну, эта штука наконец-то надробилась, и да, он по 2 дается, не по 4, как я уже говорил, наверное, да? Там еще какой-то цемент нужен был в огромных количествах. Clay Dust, надо еще кирпичи будет дробить, жарить. Будет еще Sand, кальцит Dust. Вот, интересно, песок можно тоже распульверизить или нет?
Вообще, знаете, я вот рекомендую сначала машины вам сделать, если вы там играете в сборки. Я там видел, люди некоторые каким-то образом даже не знали об этих сборках, которые я играю. Типа они из моих видео, их о них узнали. Так что, ну, во-первых, я рад за вас. Во-вторых, рекомендую все-таки, если будете доходить до этого места, ну, до этого момента, да, то все-таки делать сначала мастератор и все остальные вот эти вот хотя бы базовые машины, и потом только уже заниматься доменной печкой. Не рашьте ее сразу же, потому что это бред полный, и надо сначала развить хотя бы немного паровую инженерию, потом уже идти в стайль. Сейчас рубрика «Пессимистичные лайфхаки». Чем дробить вот этот вот один кусочек кирпича в пульверайзере и получить всего лишь навсего одну small pile of brick dust за 20 секунд времени, мы берем, кладем эти брики в компрессор, ждем в районе 15 секунд, получая на выходе обычные кирпичи в размере 1 единицы, и закидываем их в мастератор. И он буквально за 1-2 секунды дробится в brick dust полноценный. И это экономит нам примерно в 4 раза больше времени. В самом деле, даже с использованием вот такой вот стратегии, это все равно охренеть как долго. И поэтому надо все-таки ставить сюда воронки, закладывать автоматически все это в компрессор. И снизу тоже ставить эти воронки, которые будут просто доставать все из него. И, ну, автоматически, еще бы оно перекладывало все это в мастератор автоматически, было бы вообще замечательно. И пара, кстати, это расходует. Ну, кстати, вот компрессор пара почти не расходует, а вот мастератор пара взрет только так. Короче, я тут подумал и решил, что все-таки Solar Wire надо было бы сейчас сделать, потому как, ну, типа того, как бы хватает, но как бы не очень хватает, да, так как бы. И надо расширить немножечко, так сказать, этот самый свой. Плюс на Solar Wire Quest есть, как он там делается. Так, эти самые вроде я тоже сделал, где-то они у меня были, и стекло я тоже сделал. Точнее, оно у меня было. Так, где трубы? И где стекло, самое главное? Вот, Coil Boyer. Отлично, что нам дают. PPJ или что-то там. Кстати, здесь после него сразу же идет квест на High Pressure Solar Boyer. Это, кстати, интересно. То есть, единственное, еще есть Reinforcing Glass нужен. А Reinforcing Glass — это типа просто стекло и Advanced Alloy, который делается в компрессоре. Ну, в принципе, это довольно-таки можно поднять, да? Так что, почему бы и нет? Почему бы не использовать такие бойлеры? Единственный минус в том, что он как бы закольцовывается. Вот, и из-за этого он как бы менее производительным со временем становится. Так что я там смотрел, у него там что-то 400 с чем-то минут, что ли, всего. Короче, несколько часов буквально он будет стоять, а потом все. Так, значит, как этот бойлер поставить так, чтобы он и воду получал, и пар мог отдавать вот в эту вот трубу. Значит, бойлер ставим вот так вот как-то, да? И как-то вот типа вот так вот можно его соединить. Эти трубы не обжигают. Может, это из-за того, что я писал, поставил. Да ладно. Так, вроде он сейчас должен разогреваться, да, начать. Ну, вроде как он, да, он типа вроде как греется или не греется. И да, он греется, так что все нормально. Значит, это можно снести отсюда. Вроде, по идее, сейчас пара должна быть побольше, в 2 раза, да. И я смогу все-таки наконец-то делать несколько вещей одновременно. Да, уже отдает пар. Отлично, замечательно, просто восхитительно. Пар здесь есть, значит, я могу, наверное, поставить, массерироваться вот эту вот штуку. Пар копится здесь, да, а здесь. И здесь он, ну, здесь он уходит, конечно, но ладно, хрен с ним. Здесь он копится, и значит, его не должно, в принципе, особо сильно не хватать, скажем так. Какая-то штука громкая, ужас просто. Он хотя бы быстро работает, вроде как, да. Надо бы посмотреть, сколько здесь всего у меня будет этого. Мне нужно 108 штук, если что. Так что у меня такое ощущение, что сдается, что не хватает. Я, в принципе, вон тут дом могу на кирпичи разобрать, так что... Так, значит, кирпичи закончил делать. А тут 20 штук еще, да. Хрен знает, хватит мне или нет. Скорее всего, не очень. Посмотрю, сколько не хватит, и вернусь. Мне вроде как 16 их не хватает, вот этих вот самых кирпичных пылек, скажем так, да. Эта хрень еще сжиматься будет сейчас 3 часа потом, да. Ее можно, в принципе, уже было бы начать крафтить. Так, только не здесь, а в принципе, в инвентаре, наверное, можно скрафтить, да. Вот, эта вот штука, и она вся идет вот сюда, вот. И ее тоже обжимать надо, она обжимается, ну, кстати, довольно-таки быстро, так что это хорошо.
Вот, я сделал их сколько? 128, да? Значит, и тут еще 44. Так, ну да, 108 как раз таки. И зачем ты мне сделал кучу клей этих самых? Я тебя просил клей-то делать, нет? Дебила кусок. Так, ладно, значит, compressed fair clay. Что с ним еще надо делать? Еще и обжарить его надо. Так, гипс это для крафта самих кирпичей, то есть самих бриков вот этих вот. Крафтится это следующим образом. Здесь вот бакетов конкрет нужен будет. И их крафтить придется охренеть как часто, охренеть как много. Давайте это тоже промываем. И эту хреновину вкидываем в верстак сюда. Вот таким вот образом. Вот так вот. Вот так вот. И это вот сюда тоже ставим. И можно, в принципе, было бы скрафтить уже первый этот самый. Первое ведро. Как оно вообще крафтится. Все забирается абсолютно. Блин, это просто капец будет крафтить. Все, надо принести сюда еще один крафтинг стейшн. Потому что если без крафтинг стейшн это все делать, просто невозможно. Так, где-то у меня здесь, кстати, были еще печки. Надо их тоже взять. Гаечный ключ у меня вроде как с собой, это все пережарится сейчас, и я вернусь, когда... Наверное, когда у меня все это уже доделается, скорее всего, я это все быстренько скрафчу, чтобы вам глаза этим не мозолить, и мы уже посмотрим на готовую доменную печку. Так, это почти свершилось. Сейчас осталось еще чуть-чуть. Осталось только добежать до моих верстаков, так сказать, и здесь все доделать. Так, дважды надо скрафтить еще будет эту хрень под названием ведра с конкретом. Меня не бесит, если честно, уже, если так откровенно говорить, да? Так, все отлично, замечательно. Можно это все положить сюда и тоже сложить. Все, теперь 30... Так, как они там крафтятся-то? Хоть вот так вот? Оно засчиталось, надеюсь. Тогда это все засчиталось, тоже все вроде засчиталось. Ну, по крайней мере, эти кирпичи точно засчитались. Теперь можно взять, сделать вот так вот. Положить эти печки вот так и найти бы где-нибудь мегаечный ключ в инвентаре. О, замечательно. Печка готова. Награду я пока забирать не буду, потому что я, ну, не знаю, еще не определился, что мне здесь забрать. Я бы взял золото, на самом деле. Надо бы протестировать, можно ли разводить эти ягоды. То есть, ну, вот эти вот. То есть, можно ли их на жердочках разводить. Так, короче, где мне эту печку поставить? Может быть, сверху где-нибудь, там вот. Сколько она там? 3, да, блока в длину? То есть вот так вот, 1, 2, 3. Факелом придется пожертвовать или все-таки сломать этот блок. Сломать я его не могу, потому что здесь левел. А, ключом надо ломать, окей. У меня, если что, на часах 0.32. И я уже хочу спать, если честно. Но я все равно делаю эту хрень, потому что мне хочется... А, так, подожди, мне не на две печки не хватает, на одну пока что только. Разбежался пока что две печки ставить. Так, значит, где я их поставлю? Давай так поставлю как-нибудь. Так, какие здесь рецепты? Какой-то примитивные бласт печки, что это такое? Мне ставили, пожалуйста, из примитивной доменной печки. Так, здесь только коксовый уголь или все-таки чаркол тоже работает? Так, если крафтить блоки угля, то можно делать сразу же по 5 слитков, да? Есть только один минус такого крафта. Он будет крафтиться аж целых 1800 секунд. Но мы это, наверное, переживем. Надо посмотреть, кстати, сколько секунд крафтится один слиток. Да, получается, все-таки тот быстрее. Вот этот вот крафт быстрее. Ну, короче, ладно, оно будет плавиться сейчас. А я на этом серию точно завершаю. Всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если не подписаны, если не поставили лайк. И встретимся в следующей серии. Всем до свидания.